Пробка в районе аэропорта и серьезное ДТП в микрорайоне Заречный. Гололедица на дорогах сегодня внесла коррективы в жизнь мирнинцев. Мокрый снег и минусовая температура ночью стали причиной сложной дорожной обстановки. Подробности в сюжете моих коллег из Алмазного края. Утро среды для мирнинских автолюбителей стало серьезным испытанием. Гололедица сковала дороги, снегопад замел тротуары. В социальных сетях этот день уже называют днем жестянщика. В разных районах зафиксированы десятки аварий. Сегодня утром у нас в Мирном произошло уже 7 ДТП, поэтому просим водителей, не сменивших летние шины на зимние, воздержаться от управления транспортным средством. Из-за наледи и снежных накатов пассажиры утренних рейсов чуть было не опоздали на самолет. В аэропорт с чемоданами люди шли пешком. Дорогу машинам перекрыл застрявший на подъеме грузовик. Большинство водителей на летней резине тут же отправились на шиномонтаж. К обеду попасть в мастерские стало проблематично. Загрузка прямо с утра началась, идут. Потому что поток сейчас машин много стало. Конкретно. Народ, переобуваем. Успеваете? Успеваем, да, всех успеваем, никого не пускаем. Но так, в таком авральном режиме работаете или с какого числа начали меняться? Так, началось это где-то со вчерашнего числа, вот так оно конкретно идет, оно сейчас и будет так идти, пока все не переобуются. Мирнинские коммунальщики бросили на борьбу с непогодой все силы. С самого утра на уборку дорог вышло 7 единиц техники. Все убираем, и дороги, и тротуары. Пескаря сбрасывали, по городу ходят. Щетки ходят по тротуарам, то есть по каты с строительным оборудованием щетка. По центральным тротуарам, по прилегающим к центральным улицам тротуарам, то есть это и Кусакова, и 50 лет октября, вот, вниз по Ленинградскому, ну, внутренние, само собой, тротуар убирается, подметается. В авральном режиме убирать снег коммунальщики будут всю неделю. По прогнозам синоптиков, ливневый снег закончится только к 1 октября.